Вести Карачаево-Черкесия. Здравствуйте, в студии с информационным выпуском Умар Тикеев. Коротко о некоторых темах. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов по итогам проведения приема граждан принял ряд решений, касающихся социальных вопросов. Онкологический диспансер имени Бутова стал лауреатом Всероссийской премии в номинации «Лучшее учреждение». Карачаево-Черкесия в числе регионов, где установка солнечных панелей может быть выгоднее для малого и среднего бизнеса. И в Тиберде открылось новое отделение МФЦ. Далее об этих и других темах подробнее. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел очередной прием граждан в приемной президента России в республике. Руководителем региона принят ряд следующих решений. К 1 сентября текущего года в ауле Новая Тиберда будет построен фельдшерский пункт площадью 60 квадратных метров. В хуторе Новоисправнинске в срок до 1 сентября этого года будет проведен капитальный ремонт здания сельского дома культуры. По поручению Рашида Тимрезова дополнительно в ДК будет установлено оборудование для просмотра кинофильмов. Вместе с тем, по просьбе жительницы республики, в апреле ей будет предоставлена квота на оперативное лечение в краснодарском филиале микрохирургии глаза имени академика Федорова. До конца 2023 года будет решен вопрос с водоснабжением жителей аула Эль-Таркач. Будут построены водопроводные сети по улицам Октябрьская и Центральная. В станице Преградной по улице Первомайской в срок до 1 сентября этого года завершатся работы по прокладке газопровода к частным домовладениям, в результате чего будет догазифицировано 36 домов. До 1 сентября также завершатся работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по улице Ленина, 57, Черкесска. В парламенте республики обсудили вопросы противодействия религиозному экстремизму. Заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по республике Марат Абазалиев доложил о работе ведомства, сообщив, что ситуация в республике стабильная, бандформирований на ее территории нет и принимаются действия к недопущению их появления. Однако отметил, что в Карачаево-Черкесии применили административные меры к жителю субъекта по статье за дискредитацию вооруженных сил России и распространение фейковой информации. Большое внимание участники заседания уделили работе с молодежью. Онкологический диспансер имени Бутова стал лауреатом Всероссийской премии в номинации «Лучшее учреждение». Премия присуждена за выдающийся вклад в борьбу против рака и неоценимую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями. Награду вручили главному врачу учреждения Зубиру Махову. Церемония награждения проходила во Всемирный день борьбы против рака в Государственном Кремлевском дворце. За свою полувековую историю Республиканская онкологическая служба прошла путь от скромного онкодиспансера в 25 коек до настоящего флагмана региональной онкологии, где ежегодно получают специализированное лечение порядка 9 тысяч, а консультационную помощь более 20 тысяч жителей Карачаево-Черкесии и соседних субъектов. Открытие Центра амбулаторной онкологической помощи усовершенствовало раннюю диагностику онкологических заболеваний, а это, как известно, важная составляющая успешного лечения рака. Поставить работу на принципиально новый уровень позволило укрепление онкодиспансера дорогостоящим передовым лечебным и диагностическим оборудованием. Четыре пункта оказания психологической помощи участникам специальной военной операции и их семьям открылись в Карачаево-Черкесии на базе социальных учреждений в Черкесске, в Зеленчукском, Карачаевском и Урупском районах. В частности, бесплатную помощь от квалифицированных психологов можно получить в Республиканском социально-реабилитационном центре «Надежда» и Центре социального обслуживания населения. Комментирует информацию заведующий отделением социальной диагностики Республиканского социально-реабилитационного центра «Надежда» Фатима Хубиева. Понимаете, они пережили такой стресс, и сами военнослужащие, и члены их семей, и они нуждаются в психологической помощи. Не все знают о том, что они могут получить бесплатную помощь, поэтому мы разместили на всех наших сайтах, на официальном сайте Центра Надежды, контактные данные, по которым они могут записаться на консультацию, и в соцсетях. Хуже, если человек не обращается. Последствия бывают намного тяжелее. Бывают даже необратимые последствия. Поэтому вовремя обратиться к специалисту – это уже половина решения проблемы.
Очень сложно нашим мужчинам, кавказским мужчинам, обращаться за помощью, именно к психологической помощью. Я думаю, чаще всего будут обращаться все равно члены семьи. Тут у меня большая просьба именно к ним. Если они будут замечать, что что-то будет происходить не так, что человек сам не справляется. Поэтому, естественно, насильно привести его невозможно будет, но найти какой-то определенный способ, чтобы объяснить человеку, что это необходимо. Карачаево-Черкесия в числе регионов России, где установка солнечных панелей может быть выгоднее для малого и среднего бизнеса, чем традиционная покупка электроэнергии. Такие данные приводятся в исследовании российского Гринписа. Кроме того, использование собственных солнечных электростанций может быть выгоднее в 75% российских регионов. Министерство культуры Карачаево-Черкесии совместно с Союзом московских архитекторов разработало концепцию модернизации республиканской системы культурно-досуговых учреждений. Комментирует информацию министр культуры региона Зураб Агербов. Смысл проекта – это не только разработать новую архитектуру, новое здание. Смысл проекта в том, чтобы мы вместе со специалистами, которые работают в домах культуры, вместе с нашими посетителями, вместе с экспертами сформулировали, каким должен быть дом культуры. Чтобы быть интересным в наше время. Наш зритель отвлекается на социальные сети, на гаджеты. Как нам сделать Дом культуры точкой притяжения и в большом городе, и в маленьком селе? Чем его наполнить, чтобы сюда ходили люди всех возрастов? И как на всем этом зарабатывать? Потому что здесь огромный потенциал культуры в зарабатывании денег, в развитии креативной экономики. Строить нужно такие здания, которые можно использовать самым разнообразным образом, меняя наполнение и активности внутри каждого из залов. И третий вывод, который мы сделали, дома культуры, они должны быть со своим духом, со своим лицом, со своей культурой, историей. Выражается это все, конечно, через локальную идентику, то есть через детали, которые отражаются и в интерьере, и в оформлении, в дизайне, в архитектуре самого здания, позволяя каждый дом культуры делать уникальным, даже если он идет по типовому проекту. В Теберде открылось новое отделение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Теперь здесь можно получить паспорт в 14 лет, заменить его в 20 и 45 лет, восстановить паспорт, оформить загранпаспорт, а также получить услуги по регистрации по месту жительства и по месту пребывания. Кроме того, как и в других региональных МФЦ, здесь можно взять справку об отсутствии судимости, зарегистрировать право собственности и многое другое. В отделении также ведется прием платежей по услугам жилищного фонда. Энергетики республики проведут ремонт 5 питающих центров в Карачаево-Черкесии в текущем году, что позволит повысить надежность электроснабжения 145 тысяч человек. Информацию комментирует главный специалист службы по региональной работе Департамента по взаимодействию со СМИ Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» Надежда Алакаева. Специалисты филиала Россети Северный Кавказ Карачаево-Черкесская энерго в рамках подготовки электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов приступили к ремонту на подстанциях 110-35 кВт. Технические мероприятия начаты на питающих центрах Ильичевская, Заречная, Южная, Северная и ПРП. Эти подстанции обеспечивают электроснабжение около 145 тысяч жителей республики. Энергетики уже провели ремонт оборудования на питающих центрах «Цементная», «Маруха», «Электроизолит» и «Касаева», от которых электроэнергию получают порядка 50 тысяч потребителей в регионе. Качественная и своевременная подготовка энергооборудования на подстанциях позволит не допустить значимых технологических нарушений в сетях и обеспечит надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей Карачаева-Черкесии. Отгрузки свежих овощей и зерна из Карачаево-Черкесии в регионы значительно выросли с начала этого года. Такие данные приводит Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора. Комментирует информацию старший государственный инспектор управления Зинаида Исаева. С начала года Северокавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора на территории Карачаево-Черкесии проконтролирован вывоз 24 тысяч тонн растениеводческой продукции. Из этого объема около 17 тысяч тонн – зерно. Оно отгружается преимущественно в порты Астраханской области, Краснодарского края и Республики Дагестан. Круглогодично из республики идет отгрузка свежих овощей в регионы страны.
С начала года уже отгружено более 2000 тонн свежих овощей. Отметим, что вывоз подкарантинной продукции в сравнении с аналогичным периодом прошлого года значительно вырос. Например, отгрузки зерновых культур выросли на 246%, а свежих овощей на 33%. Прокуратура Карачаево-Черкесии организовала проверку в связи с обвалом 13 марта текущего года горной породы на проезжую часть федеральной автодороги, ведущей к туристическому курорту Архыз, рассказывает старший помощник прокурора Карачаево-Черкесии по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Дармограева. Прокуратура республики организовала проверку в связи с обвалом 13 марта 2023 года горной породы на проезжую часть федеральной дороги, ведущей к туристическому курорту Архыз. В ходе проверки будет дана оценка соблюдения уполномоченными органами требований законодательства, регламентирующего содержание придорожных полос автодороги, а также положений закона в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. В предстоящую субботу в ауле Хабе состоится торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса. Данный ФОК – один из первых на Кавказе, который построен благодаря социальной программе публичного акционерного общества «Газпром. Газпром. Детям» в рамках договоренности главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова с председателем правления компании Алексеем Миллером. Всего в рамках социальной программы «Газпрома» в регионе уже построено 13 спортивных объектов. В открытии примут участие заместитель председателя правительства России Александр Новак, глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов и другие. Новый спорткомплекс общей площадью 1916 квадратных метров включает в себя тренажерные и универсальные спортивные залы для игровых видов спорта. Кроме того, есть зрительские трибуны на 80 посадочных мест. На базе ФОКа планируют проводить республиканские и всероссийские соревнования. В республиканской столице прошел турнир юных футболистов. Местом для проведения футбольных баталий между 6 командами стала спортивная площадка «Зима-лето» 7-й школы. После напряженных 3-дневных игр определились призеры. Победителем стала команда спортивной школы номер 2 «Ювентус». Серебряный кубок достался команде «Легиона», а третью ступень пьедестала заняла команда «Нарт». Лучшим вратарем турнира признан Альберт Камов, лучшим защитником Давид Милкумов, лучшим полузащитником Альберт Нахушев, лучшим нападающим Азамат Узденов и лучшим игроком турнира стал Ислам Тимушев. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 10-15 градусов. В горах местами до плюс 7. В горах лавиноопасно. В Черкесске днем кратковременный дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 14 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Умар Тикеев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаево-Черкесской Республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся к льготным категориям, в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33. Обратиться по телефону 28-00-56 или оформить электронное обращение на сайте gubkcr.ru. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!